Когда у спортсменов есть возможность побороться на высоком уровне у себя в области, то это позитивно сказывается на их результате и на их опыте. И когда появляются новые площадки, такая как по BMX фристайлу, конечно, спортсмены чувствуют себя проще, легче, чувствуют поддержку болельщиков. Новая локация – это фристайл-парк. Впервые провели на бетонной площадке. Скорости другие, эмоциональный накат другой. В этом году как-то хорошо идет сезон, пока что я выиграл очень много, сейчас получается это 4-й этап, 3 я выиграл, 1 я занял 2-е место. Я очень люблю какие-то трюки с сальто, у меня достаточно хорошо это получается. А мне очень нравится комбо очень много, то есть там очень много технических трюков, то есть там шрам, руль, еще потом сразу, еще, ну в общем вот именно техно такая история у нас. Место действительно очень необычное, каталась в таком первый раз, очень красивый вид отсюда открывается, это мотивирует. Сам парк мне понравился. Каждый этап я поднимаю уровень новыми трюками. Это ноу-хенды, это табаканы, это капканы, барспины, квадера. Вот, их стараются сейчас прокачивать, чтобы они четко отработаны были.